Судьба песочницы в 6-м микрорайоне решена. Ранее в интернете появилось фото с детской площадки. На нем центральный объект обнесен бордюром. Пользователи виртуальной сети задаются лишь одним вопросом – зачем? Сотрудники коммунальных служб среагировали и взяли вопрос под контроль. Теперь ограждение уберут. Мы это и планировали сделать, убрать эти бордюры, потому что жильцы к нам обращались по этому вопросу. Ну, как бы не все сразу, потому как у нас 44 детские площадки. Ну и, скажем так, ежегодно требуется ремонт и требуется уделить внимание каждой. Поэтому не все сразу, как говорится, по щелчку. То есть, скажем так, даже если бы вот этого обращения не было в соцсети, все равно бы мы эти бордюры и убрали. После ликвидации бордюра работники ЖЭУ завезут песок и облагородят территорию.